Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Снегопад, метели и штормовой ветер обрушился на юг России. Непогода свирепствует и в Карачаево-Черкесии. В полночь была перекрыта федеральная автодорога Лермонтов-Черкесск в связи с плохой видимостью. Для патрулирования и оказания помощи на место направили силы и средства 17-й пожарно-спасательной части. Также был развернут пункт обогрева и горячего питания. Для оказания помощи привлекли сотрудника пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии и спасателей спасотряда. Сегодня в 7 утра федеральная дорога Лермонтов-Черкесск была открыта. Главное управление МЧС России по республике рекомендует по возможности оставаться дома и соблюдать скоростной режим. В течение дня 12 марта сотрудники МЧС продолжали оказывать помощь застрявшим в снежных сугробах, а также и заносах на дорогах Карачаево-Черкесии. Для оказания помощи привлекались сотрудники как пожарных подразделений, так и спасательных подразделений. Сотрудники МЧС на автотранспорте деблокировали автомобили из снежного заноса и проводили буксировку транспорта к дороге или в пожарно-спасательные подразделения, где попавшие могли переждать непогоду. Медицинская помощь пассажирам автомобилей не потребовалась. Всего в общей сложности в ходе реагирования была оказана помощь 98 гражданам и 47 единицам транспорта. Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике рекомендует при неблагоприятном прогнозе по возможности отложить поездку и не выезжать на дальние расстояния. Дорожники обеспечивают безопасный проезд на федеральных трассах Северного Кавказа. Подведомственное Росавтодор управление дорог Кавказ ведет круглосуточную работу в усиленном режиме для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных автодорогах. Так, за прошедшие сутки было задействовано 300 единиц спецтехники. В Доме правительства наградили благодарственными письмами президента России, организаторов и участников акции «Мы вместе» и волонтеров Конституции. Собравшихся поприветствовали заместитель председателя правительства Дмитрий Бугаев и министр туризма, курортов, молодежной политики Расул Текеев. Они выразили слова благодарности и отметили огромный вклад и важность проделанной волонтерами работы в период пандемии. Как рассказали на мероприятии, в эти дни отмечается празднование годовщины создания акции «Мы вместе». Год назад были сформированы региональные штабы всех субъектов России, и за этот период проделан большой объем очень важной работы. Волонтерами оказана помощь лицам старше 65 лет и особо нуждающимся семьям. На сегодняшний день линия до сих пор функционирует, и волонтеры принимают участие в ней активно, за что мне хотелось бы отдельно сказать спасибо. Это региональное отделение, волонтеры, медики, колледж педагогический, молодежка УНФ, волонтеры «Единой России». Мы все понимаем, что время, которое прошло, показало нам, насколько у нас сформировался такой очень мощный костяк волонтерский, который в последующем нам пригодится для работы уже в повседневные дни, в различные проекты, которые сформировались во время этой работы, во время пандемии. И хотелось бы очень всех за это поблагодарить. Режим самоизоляции для лиц в возрасте от 65 лет и старше в Карачаево-Черкесии продлен до 19 марта. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 370 человек. Из них 17 809 выздоровели, 191 человек госпитализирован. Поселить в сердцах людей радость, создать праздничное настроение и помочь увидеть прекрасное в обыденном мире. Это основная цель творческих людей, которые работают в новом доме культуры Аула Эль-Бурган. А вот как достичь в этом деле успеха и какие преграды есть на пути? Ответы на эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Дом культуры в ауле Эль-Бурган открылся в сентябре месяце. Планов много по организации его работы. Это место предполагает стать центром культурной жизни и общения как для взрослых, так и для детей. Здесь планируют устраивать досуг для ульчан, развивать творческие способности и открывать новые таланты.
Играть на музыкальном инструменте мечтают многие, а для хорошего результата, как и в любом деле, нужно время, терпение и труд. Хорошо играть – это минимум год, наверное. А так 2-3 месяца, конечно, это по этим звукам надо обучать. Я прожу неподалеку от дома, в березовом перелеске. Все кругом будто купается, плещется в золотистых волнах тепла и света. За другой дверью идет репетиция, а точнее подготовка к конкурсу чтецов «Живая классика». С Эмилией Шаевой занимается директор Дома культуры Зурида Койчева. Творческая жизнь после пандемии пока не так насыщена, но это временно. Зурида Койчева весьма творческая, яркая и очень деятельная натура. Всегда полна интересных замыслов и готова приложить массу усилий, чтобы их осуществить. Сейчас идет подготовка к акции «Памяти юные герои Великой Победы». На данную тему покажут зрителям театрализованное представление. Трудиться нужно в плотном режиме, если позволит эпидемиологическая ситуация. Пандемия была, как вы знаете. Мы работали индивидуально с детьми, по одному, по два человека. До сих пор так продолжается почти. Например, 8 марта мы снимали онлайн-концерт здесь. 23 февраля тоже был. До строительства нового Дома культуры творческая работа с детьми всегда проводилась в школе. Были хоровой, театральные кружки, игра национальной гармоники. Успехом пользовался ансамбль «Бибарк». Его участники не раз становились лауреатами на различных конкурсах. Сейчас ансамбль прекратил свою работу. Нет хореографа. У нас много талантливых детишек, и родители хотят, и мы тоже хотим. Вот хореографа не находим. В ауле много специалистов молодых. В городе работают, в районе работают. Мне хотелось бы, чтобы они работали и у нас. Ну, у нас штат такой маленький. Зурида Койчева надеется, что в скором времени Дом культуры все же станет местом, куда смогут прийти люди отдохнуть, отвлечься от повседневных дел, послушать любимые песни, посмотреть на театрализованное представление артистов, насладиться танцами, как это было в прежние времена в старом клубе. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью -10, -15. В горах до 20 градусов мороза, а днем -3, +2. В горах местами до -8 и на дорогах гололедица. В Черкеске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью -10, -12. Днем 2 градуса выше нуля. И на дорогах гололедица. В жизни бывает так непросто. Встретить несокрушимого и непробиваемого. Человека каменную стену. Человека глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Продолжаем выпуск. Великолепие и грация кавказских танцев очаровали зрителей городов России. Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус» вернулся с гастрольного тура, посвященного столетию Карачаево-Черкесской республики. Хореографический коллектив побывал в 5 городах со своей яркой программой. С танцорами встретился наш корреспондент Алихан Лепшоков. Яркие танцевальные композиции буквально завораживали зрителей российских городов. Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус» в течение нескольких дней побывал в городах нашей страны. Красочные костюмы и прекрасные танцевальные номера никого не оставили равнодушными. Несмотря на сложности из-за пандемии, жители пришли на концерты и остались довольны выступлением наших артистов, отмечает художественный руководитель Исмаил Байрамкулов. Все это проходило в рамках столетия нашей республики, образование нашей республики, посвящались этому. И
если сказать о выступлениях, ну, прошли очень бурно, торжественно и оставили мы им впечатление как артисты, они нам как хорошие зрители. Каждый танец передает национальную самобытность наших народов, и мы постарались передать дух и нашу прекрасную культуру, отмечают артисты государственного ансамбля «Эльбрус». Зритель очень теплый, очень хороший. Буквально овации были очень жаркими, вставали, бис и так далее. Ну, все как обычно. Нам очень нравится в России выступать, потому что люди ценят культуру. Люди очень любят кавказскую именно культуру, ждут, идут. Даже был случай, что люди приезжали из других городов в тот город, где у нас должен был быть концерт. Зритель был просто, ну, бесподобный, встречал очень хорошо. И, естественно, и артисты уже хотели выступать. Хотели показать на все, что они способны, поэтому мы довольны. Виртуозные трюки и танцоры парят будто орлы. Важно отметить, что в гастрольном туре участвовали и начинающие артисты. Серьезная подготовка и та энергия от зрителей способствовали нашим артистам еще лучше выступать на сцене, отмечают балетмейстеры. Очень серьезно готовились. Молодежь повезли первые на 10 дней. Вот трюкачи новенькие. Не растерялись, для них большой опыт. Девочки новенькие были у нас, несколько девочек. 16 пар повели. Первый танец работали 16 пар, и обезьяк работали в конце 16 пар. И хотим это все дальше продолжить. После небольшого перерыва государственный ансамбль танца «Эльбрус» начнет подготовку уже к новым хореографическим номерам. Алихан Ипшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Многим жителям нашей республики известно имя Амаля Агирова. Он на протяжении многих лет побеждает на соревнованиях в различных дисциплинах. Амаль – пример для тех, кто, несмотря на трудности, физические ограничения, никогда не сдается и добивается своей цели. Недавно Амаль Агиров завоевал уже 7-й пояс по смешанным единоборствам. Аслан Гирюгов расскажет подробнее. Амаль Агиров – молодой и перспективный спортсмен. С детства он посвятил себя спорту. На сегодняшний день у Амаля немало наград. Он 4-кратный чемпион республики по панкратиону, 3-кратный чемпион СКФО по тэквондо, ММА и грэпплингу. На недавних соревнованиях по ММА Амаль Агиров завоевал 7-й чемпионский пояс. Физические недостатки никогда не мешали заниматься смешанными единоборствами, признается чемпион. И своими победами Амаль мотивирует других людей никогда не сдаваться и идти к своей мечте. Мне она никак не мешает, как всеющий меня создал, я как бы делаю то же самое, что и остальные люди. Вот. Как бы на это вообще никогда и не задумывался. Вот. Она в городе Чентуки. У нас был рейтинговый турнир по ММА. Вот. Там получалось так, что это уже почти что профессионально, как бы мы выступали. То есть один соперник, один пояс. Кто выиграет, тот забирает пояс. Вот. Соперник мой был дагестанец, мальчик. Вот. И удалось мне техническим нокаутом выиграть. Сейчас Амаль Агиров учится на факультете физической культуры в Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева. Преподаватели и тренеры отмечают, что появление такого талантливого студента достойное пополнение в рядах именитых спортсменов, которые обучались на базе факультета. Он умудряется в своем виде единоборств быть лучшим среди лучших борцов-специалистов в этой области России. Это уникально, это характер, это достижений, но кроме этого он еще и скромный парень, воспитанный парень, что в жизни это, я считаю, это еще более важно, я считаю, потому что спортсмен должен быть воспитанным обязательно. Вот для меня это уникальный человек. Я надеюсь, он в ближайшее время нас порадует по своему виду, где он тренируется у Кубанова Азамата, тоже нашего выпускника дикой дивизии. Вы, наверное, знаете. И я надеюсь, в ближайшее время он принесет там хороший успех. И нас будет обрадовать, и себя, конечно, и своего любимого тренера. Своим примером Амаль Агиров доказывает людям с ограниченными возможностями здоровья, что в спорте нет преград для побед, и любой человек в силах изменить себя и добиться успеха. Аслан Гирюгов, Рашитоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Небеса подождут».